Судебные приставы республики в рамках акции провели рейдовые мероприятия по адресам должников по алиментным обязательствам. Акция «Судебные приставы детям» проводится ежегодно в мае и июне и приурочена к Международному дню защиты детей. Цель акции – исполнение решений судов о взыскании алиментов, оказание юридической помощи гражданам и привлечение общественного внимания к проблеме неуплаты алиментов. Проведены рейдовые мероприятия по проверке имущественного положения должников, по вручению должникам предупреждения об уголовной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также должники уведомлены, что в отношении них может быть применено ограничение в пользовании специальным правом. Всего в ходе рейда приставы обошли 10 наиболее проблемных должников. По итогам акции было арестовано имущество на сумму свыше 50 тысяч рублей.